Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть Half-Life 2, эпизод 1. И сейчас мы где-то в больнице ходим, в больничном учреждении. Ну, будем стараться выжить. От монстров, с монстрами у меня тут раз. Во-первых, и самое главное. Если Давай. Вы все еще находитесь на территории Сити 17. Они пустились в погоню. Надо найти Барни и двигаться дальше. Надо. Еще ракетница, ешь твою мать, там ничего еще. Бомбить кого-то надо будет. О, чемоданчик Гемена. Даже не знаю, куда мне бежать-то. Наконец-то! Я уже боялся, что вы не успеете. Прости, что заставила ждать. У нас на хвосте комбайны. Каков план? Беженцы выходят группами по двое, по трое. Как я уже говорил, если вы сможете обеспечить им безопасный путь к отступлению, у нас появится шанс достичь станции. Договорились. Выводи первую группу. Поехали! Безопасное отступление. Так, подождите, а мы отсюда пришли, да? Здравствуйте, Дом. Ну и что у нас здесь? Ой-ой. Чувствую, серьезно стреливаться-то будем. Смешно, я ведь только хотел быть страховым агентом. Во-во-во-во. Кто? В теремочке живет. Так, а я их правильно хоть веду? Че вы за мной идете? Я ж не знаю, куда идти. Так. Покуда? Здравствуйте, вы, бараны. Сюда не надо, это точно. Комплекс заброшенный какой-то. Куда я вас веду? Отлично. Вот так вот. Не так уж это было и сложно. Можно было брать сразу всех. Можно было. Назад, док. Вы же хотите помочь людям, не правда ли? А, в смысле, мне еще идти надо за кем-то? Фриман, слезайте и помогите остальным. Так, ты мне не откроешь. Возвращайся и приведи новую группу. Я буду охранять ворота. Здорово. Веди следующий, Гордон. Да подожди. Вот так. Вернись к Барни и приведи новую группу. Они еще отсюда выползут потом. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну давай. Пойдем за мной. Я знаю, куда тебя пристроить можно. Вот сюда.
Итак. Ой. Ой, в последний момент. Так. Сюда. Давай-ка бочки сюда подтащу пока. Чувствую, мне ими кидаться придется. Так, если что. Нет. Пойдем. Ну-ка, вот эту мину, дай-ка я сюда возьму. Вот сюда поставим ее. Так, а где новых убрать? Вот здесь вот. Граждане Сити 17, идите за доктором Фрименом. Пойдем. Нам не обязательно отстреливаться. Пошли, пошли. Пойдем. Пошли, пошли. Не отстреливайтесь. Просто уходим. Вот и все. Так, а куда люди-то делись у тебя уже? Ты их съел, что ли? Че, вы его загасите? Нет? Или он отобьется? Да. Куда вы, Фриман? Делайте свое дело. Блин, еще надо. Вот вы ненасытные. Они в безопасности. Ты как? Перебил их. Жду новую группу, Гордон. Давай. Надо, чтобы ты старую сначала здесь всех перебила. Вот так. Теперь сюда идем. Так. О-о-о-о. Ну-ка, пойдем со мной. Даже не знаю. От кого мне тебя здесь защищать? Ну, пусть будет так. Вот там, ага. Вот так. Так. Еще группа.
Давайте посмотрим. Так. Ты просто чума, док. Давай, пошли. Не надо отстреливаться, запомните. Просто бежим. Бежим, бежим. Где ты, падла? Ну-ка. Ты просто чума, док. Давай-ка так тогда сделаем. И... Пойдем, пойдем. Вот так. Так. Угу. Уничтожил, да, значит, нам проход. И как нам быть? Вот так. Идем через жопу. Вот посюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Нормально их уработал. Блин. Пойди, не надо было так прыгать, да? Скорее, скорее! Пригните головы. Мы прикрываем вас. Заходим. Все, все заходим. Все, доволен. Дождитесь, пока все не окажутся в вагонах. Да ёж твою мать, ты сколько тебе можно... Мы готовы принять следующих. Да, готов, я готов. Эх. Группу. Следующую. Как я туда пройду-то? Не понял. Ну-ка назад. Неужто я так сильно пострадал? Нет, 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 вообще не то. Я же забыл, что это альтернативное оружие. Назад. Блин, да как так-то? Так, вот это я правильно сделал. Так, броню-то мне полностью снесли. Какая прелесть.
Назад. Так. Опаньки. Что-то я понять не могу. Как они по мне хреначат-то? Все понятно. Не понял. Спокойно. Это я не понимаю. Так. Не хватило. Так, жизни-то тут не подобрать нигде. Блин, а где тут жизнь? Он целый мешок где-то был. А, там. Опа, что-то подобрал. У вас тут есть жизнь? Зря поди там пополнял. Прямо как в старые добрые времена. Пойдем. Ой, ё-моё. Пошли. Пойдем. Сюда идем. Все, пойдем. У нас сейчас здесь надо пробиваться. А где второй-то? Не понял. Давай, ты чё там, завис? Неплохо. Пойдем. Прыгай. Если жить хочешь. Да вот они, вот они. Пригните головы. Мы живы только благодаря вам. Пойдем. Надеюсь, первый уже здесь. Ждитесь, пока все не окажутся в вагонах. Опять все. Сколько вас можно водить-то туда-сюда?
Давай следующую группу. Назад. Ничего, мне сотню-то сняли. Они в безопасности. Давай следующую группу. Давай, где вы? Жду новую группу. Так. Мы готовы принять следующих. Вы-то готовы, а вот мне-то каково? Сколько их вообще? Чтоб хотя бы знать-то. Вот так вот. Так. Да. 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 Еще. Кто? Нифига себе. А что, так можно было? Нифига себе. Вот тебе и раз. Ну-ка, стой. К поездам! Не бойтесь! С доктором Фрименом вам ничего не грозит! Ага. Ты им наобещал. А, все. Это последний. Пойдем. Пошли. Пойдем вот сюда. Опа. Сюда вот. Опа. Хоп. Ну, вроде. Всех забрал. Скорее. Смотри, потому что козел со мной последний уже идет. Спасибо, Фримен. Да, и все, баба со мной пошла. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Закрывай ворота.